который нас лечит в Одесса, опять не выпускают самолет. А вот прошла все в синем стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Над Мурманском ни туч, ни облаков, и хоть сейчас лети до Ашхабада, открытый Киев, Харьков, Кишинев, и Львов открыт, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня надеюсь я, не стоит уповать на небеса. А вот опять дают задержку рейса на Одессу, теперь обленила полоса. А в Ленинграде с крыши потекло. Да что мне не лететь до Ленинграда? Там все ясно, там светло, там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу, ростовчане вылетают, там не в Одессу, надо позарез. Но надо мне туда, куда три дня не принимают, и потому откладывают рейс. Не надо, где сугробы на мело, где завтра ожидают снегопада, а где-нибудь все ясно, там светло, там чай растет, но мне туда не надо. Отсюда не пускают, оттуда не принимают, несправедливо, грустно мне, ну вот. Нас на посадку скучно, стюардесс приглашает, надежная, как весь гражданский флот. Открыли самый дальний уголок, который не заманят и награды. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимаю.